Студвесна ЧГУ-2023 назвала своих победителей и побила все рекорды по просмотрам сети, количеству номинаций и членов жюри. Золото получил юридический факультет. А что происходило до вручения главного приза, смотрите в нашем сюжете. 54-й общеуниверситетский творческий фестиваль «Студенческая весна ЧГУ» завершился традиционным гала-концертом. А до него в течение месяца в стенах Дворца культуры ЧГУ прошли 10 концертов и 4 жанровых дня по 8 творческим направлениям. Определяли лучших в номинациях вокал, инструментал, танец, оригинальный жанр, театр, видео, медиа, арт и мода. На гала лучшие яркие номера и интрига до финала, кто же победил, чье выступление набрало больше всего баллов компетентного жюри. Кстати, оно в этом году в усиленном составе. 37 членов жюри приняли участие в оценивании номеров. Это не только те основные прекрасные парни и девушки, которые сегодня находятся здесь, за столом жюри, но это люди, которые представляют Российскую студенческую весну, Щукинское училище и многие-многие. Мы специально приглашали их для того, чтобы оценивали суперпрофессионально те номера, которые требуют такой подготовки. 200 творческих номеров – это репетиции, подготовка костюмов, снова репетиции, установка декораций. «Студвесну» уже давно сложно назвать самодеятельностью, здесь уровень профессионалов. Но более чем полувековая история фестиваля доказала, даже если не все идут в актеры и танцоры, в своих профессиях бывшие студенты находят поводы для вдохновения. «Студенческая весна» – это, конечно же, такая традиция, которая очень здорово дополняет учебный процесс. Научный процесс, процесс поиска, узнавания, ну и, конечно же, позволяет находить, наверное, новые грани жизни, которые в итоге впоследствии помогают уже профессиональной деятельности. Названы лауреаты «Пальма первенства» у юридического факультета, у экономистов третье место «Серебро у техов». Кто-то шутит, что это как карта ляжет. Главное – любить, что делаешь. Мы команда экономического факультета. Мы показываем на нашей студвесне номер с клоунадой. Это наш, мне кажется, любимый жанр. Мы очень любим его. Не один год уже выступаем. Это для нас, так сказать, в сердечке. Сами мы вообще чирлидеры и занимаемся этим давно. Но театральное направление мы тоже решили затронуть. По итогам республиканского фестиваля делегация Чувашской республики с лучшими номерами примет участие во всероссийских фестивалях в Перми и Ханты-Мансийске. Анна Филиппова, Дмитрий Ковалев, Борис Андреев, Вести Чувашия.